Тебя совсем не греет платок, сделанный для грузинского носа. А эти коварные стропоны постоянно заказываются под диван и нет сил их достать. У тебя даже нет денег, чтобы купить джинсы, ради которых ты с подругами дашь обещание похудеть. У нас для тебя есть унылый мужик. Богатый, сильный и теплый унылый мужик решит любые твои бабские проблемы. Унылый мужик словно белорусский трактор, собранный сибирскими мужиками под метеоритным дождем во время извержения вулкана. Он сделает из обычной курицы жареную. Спасибо тебе, унылый мужик. Вместо того, чтобы просить борщ после работы, унылый мужик сделает тебе массаж. Он постирает твои тампоны, чтобы не покупать новые. Тебе надоели свидетели Иеговы, продавцы пылесосов и соседская собака, постоянно срущая на твой газон. Унылый мужик исправит эту проблему. Если унылый мужик выпил у вас все бухло, насрал вам на лицо, пока вы спали и спит только в коробке из-под телевизора, срочно меняйте товар. Вы купили унылого бомжа.